напротив каждого стоял стакан вина. Круг чуть поменьше являл собой блюдо, которое минимум напитка и посуду устроила не чья-либо жена, а получился сам собой, как бы внутри наружной непогоды. От сель до выхода, если хотите, входа было достать протянутой рукой. Здоровый малый в вязаной кипе играл на металлической трубе. То не была мелодия Востока. А может, если вслушаться была, вода дождя невидимо текла у каменного водостока. Я слушал эту музыку родных и трогал все, что было под руками, и узнавал касавшихся боками и этого, и тех двоих. Любитель нескончаемых бесед, обычно понимая с полуслова, я говорю с одним, а слушаю другого, а третий у него авторитет, но сразу переходит на фальцет, крича, что поколеблена основа, он расстрелял бы каждого второго, а третьего, по-видимому, нет. И я увидел, посреди стола все было уничтожено дотла. Конечно, мертвые уже не имут сраму, но где же баба, чтобы убрала? Да, нелегко бывало Аврааму после